Девочки, мальчики, друзья, всем здравствуйте. Давно нас не было видно. Мы вот все гуляем, гуляем по лесу. В лес пошли. Сегодня у нас 15 градусов. Нос уже замерз, но солнышко. Вообще клево так на улице. Ветра нет. Прям классно. Ну, для зимы этого года классно, а вот когда ждешь уже весну, как-то не очень, да? Хочется, чтобы уже потеплее было. Ну, ничего. Скоро придет весна к нам. Лиза, он убежал. Олег за ней. Мы решили в другую сторону пойти. Мы в прошлый раз ходили. Ну, правда, я это не снимала. Снимала в Телеграм, выкладывала. В ту сторону ходили. Сейчас пошли вот в другую. Я пока работала. Олег с Лизой тут весь лес обгуляли, кругами тут ходили. Тут тропиночки всякие разные. Прям так снег блестит. Ну, вам не видно. Тут это пахнет не очень приятно. Там канализация. А так классно. Вон дома виднеется. Рассказывайте, что у вас там? В ваших городах какая погода? Здесь тоже что-то. Весна еще к вам не пришла или уже пришла? У нас что-то, мне кажется, весна не скоро к нам придет. Как-то прям. О, здесь тоже. Как-то вот прям и снега много. И холодно. Не как обычно. Не как всегда. Хочется уже побыстрее. Побыстрее, чтобы весна пришла, чтобы все это растаяло. Шапки снять. Ну, дождемся. Сейчас мы кружочек сделаем. Вот еще вот так вот пойдем. И вон там по лесу пройдем. Я здесь еще не ходила, но Олег вот с Лизой не гуляли. Вон тропинка. Вот это вот метро. Вон вывеска. Там дорога на Московское шоссе. А? Ну да, вообще рядом. Все, сюда пойдем. Мы, короче, сейчас идем жить по лесу. И смотрите, вот здесь вот очень много вот таких вот отгрызанных деревьев стоит. Вот прям отгрызанных, либо вот таких вот. Очень много. Ну вот сейчас вон там вот шли, когда только заходили в лес. Там широкая же у нас тропиночка. Это тут вот поуже. Здесь немногие ходят. Там прям вообще все. Сейчас если дойдем до туда. А, ну вот, видите, вот еще отгрызано. Видите? Вот. Вот все погрызано. Это, короче, наверное, собаки, что ли, грызут или что? Или человеки. Ну, блин, как-то это, ну, дерево-то оно живое было. Его отгрызли. Какой-то непорядок. Нельзя так жить, я считаю. Деревья портить. Вот, смотрите, тоже. Ну да, летом мы сюда не будем ходить. Здесь клещей дофига. Короче, это, похоже, собаки, да? Ну, какая-то одна, наверное, собака грызет. Гуляет здесь с ней. Она деревья немного подгрызает. Потихоньку лес вырубает. Вот солнышко. Дерево упало. Блин, руки-то мерзнут. Смотрите, как блестит снег. Классно. Зимой, кстати, здесь вообще солнца мало, да, Олег? В Самаре. Как-то пасмурно зимой. Вот сейчас весна уже на носу. Солнышко вышло. Хорошо. Лыжня. Угу.
Ну да. Зато лето много солнца. Друзья, всем доброго утречка и всем еще раз здравствуйте. У нас уже другой день, у нас сегодня кухня, готовка. Надо сейчас накормить Лизу, она бедная кушать хочет. Ну, утро же ведь, еще пока не кормила, пока туда-сюда что-то сделала, поделала дела. В общем, она у нас сейчас натуральную пищу ест. Я ей готовила тут типа суп, но получился не суп, а каша. Куриная грудка с рисом, тут с морковкой, в общем, всякое такое. Так, сейчас я ее погрею. И потом надо будет кофе попить. Так надо приложить. Не классно. Надо будет ей тоже что-нибудь приготовить. Я вам достала, вон, видите? У меня тут, в общем, стоит фарш. Куриная грудка, это для Лизы. Лиза куриную грудку кушает. И картошка. Пюрешку буду делать. Она у меня уже почищена. В воде стоит. Сейчас мне фарш нужно сделать. Фарш на котлете. Фарш будет на котлете. Лучок туда нужно еще перемолоть. Лучок еще добавить. Сейчас. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Надо было все выложить, да и все. Вот, короче, вот такая вот у нее вкуснятина. Сейчас я перемешаю. Ты кушать хочешь, да? Да ты моя хорошая. Сейчас, на. На, скорее кушай. На. Так, ну что, рассказывайте, как у вас дела-то? Давно не виделись. Да? Давно не разговаривали. Так. Сразу молоко достану. Так. Надеюсь, все нормально, да? А по-другому и не может быть, да? Только все хорошо и отлично. Я кофе намолола. Ну, чуть-чуть, правда, намолола вот столько. Потому что кофе закончился. И, ну, пока я тоже тут буду молоть. Время будет идти. Чуть-чуть намолола, чтобы сразу вот сейчас чуть-чуть попить, да и все. И заниматься готовкой. Олег уехал по делам, поэтому я одна пока. Но он часиков, может быть, в 11, в 12 приедет. В 11, наверное, не приедет. В 12, наверное, приедет. Но гости тоже в обед придут. Примерно. Вот такой вот кофе я покупала. Что-то мне не очень понравился. Какой-то он горелый. Ну, со скидкой недорого. Что-то как-то не очень. Сейчас очень все дорого, да? Вы заметили же, да? Прям в магазинах все очень дорого. Так, что я сегодня буду готовить? Картошку пюре, котлеты. Один салатик приготовлю с морской капустой. Вот я купила морскую капусту. Морская капуста же, да? Вот, правда, большую банку. Короче, это сделаю капуста, яйцо, майонез, сыр, может быть, потру туда. И будет такой салатик. Родители принесут шубу. Мама сделала там уже шубу. И камбалу пожарила. Пожарит. Ну, жарит, наверное, сейчас. А Настя должна была приготовить винегрет. Так что придут все со своим. А нам так чуть-чуть приготовить, и все. Так. Вот мне надо сейчас успеть Лизе приготовить. Ну, в принципе, я успею. Просто котлеты пожарить, да и все. Все остальное само будет сейчас вариться. Да. Так, вот так вот мне картошку пережить. Ну, это, да, картошку можно сделать. Пока кофе закипает,
можно сделать какое-то другое дело, да? Настоящее без дела. Блин, прямо сверху, смотрите, получилось. Надо бы, конечно, может быть, поменьше порезать картошку. Блин. Это я всю картошку решила почистить. Мы вообще картошку редко едим, ну, очень мало едим картошки. Она у нас, блин, она у нас растет. Ну, картошку не очень едим, на самом деле. Раньше много ели, сейчас мало. Поэтому вот, она у нас портится, растет. Решила все почистить, чтобы не было пока. Так, ну все, кофеек мой готов. Готов, готов. Гляньте. Смотрите, пеночка такая, да? Вы видали? Вы видали, как красиво? А какой аромат! Вот. С добрым утром, друзья! С добрым прекрасным утром! Так, сейчас подождите. У нас тут ЧП, вон там вот. У нас же Лиза немножечко болеет. Сейчас я уберу и я включу камеру. Хорошо? Сейчас. Короче, убрала я тут ЧП наши. А, кто не знает, или там кто-то новенький, кто-то, может, забыл. Потому что нас давно на Ютубе не было, да? Что-то как-то вот, ну, редко я сейчас снимаю, не захожу. А, Лиза – это наша собака, Йорк. Она уже у нас старенькая, ей 13 лет, хотя я думаю, что старость к ней придет лет в 15 хотя бы. Вот, но вот она так вот неожиданно к нам пришла, эта старость. Ну, как бы летом она пришла, уже почти год. Вот, и она вот все у нас хуже, хуже, хуже. Ну, то есть, ну, старее и старее становится наш питомец. Ну, и естественно, от старости вот она, ну, как-то вот у нее, не знаю, вот она у нас похудела. Во-первых, она у нас еще и болела. В туалет часто она у нас ходит. Поэтому у нас дома везде лежат расстелены пеленки. Мы сейчас работаем на пеленке. Ну, просто обычные пеленки, вот такие детские покупаем там. Побольше, поменьше. Вот эти вот маленькие есть побольше. Вот, стелим. А, гуляя, не гуляя, она все равно, например, с ней можно погулять. Вот сейчас ходить, она погуляет хорошо. Все, придем домой, она может, ну, минут через 20 также сходить в туалет. Ну, по-разному. Ну, пописить, в общем, я говорю, имею в виду. А по другому делу она ходит строго на улицу. Вот. Если раньше мы гуляли с ней два раза в день, утром и вечером, то сейчас можно с ней просто вот весь день гулять, 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 и ночью гулять. Короче, ладно, ну вот так вот. По ночам она ходит туда-сюда и тоже вот. Ну, в общем, вот так вот. У людей тоже так бывает. Ну ладно. Ну, в общем, так вот. У нас такие вот дела. Не очень приятные с Лизой дела. И она вот весь день спит, спит, и ночью спит. Но ночью еще, знаете что, она часто ночью у нас просто ходит туда-сюда. А так как у нас паласов нет, у нас лежит ламинат, а ногти у нее длинные. Ну, сами по себе от природы у нее длинные ногти. Ну, прям совсем под корень, они у нее не постригаются. Она ходит и постоянно, ну, цокает. То есть мы ее слышим всю ночь, вот мы слышим. Вот. Поэтому как-то мы тоже не очень сейчас высыпаемся. И, знаете, вот из-за этого у меня нет настроения на, ну, что-то вот снимать. Потому что вот так вот. Потому что вот так вот. Ну ничего, я думаю, что у нас как бы, ну, наладится уже, видимо, не наладится здоровье, да, потому что возраст. В общем, ладно. Короче, давайте, знаете что, я тут уже Лизе могу тут приготовить, покушать. Вот такой хороший, знаете, вот этот вот блендер, вот этот вот, ему... Очень много лет, очень много, больше 10 лет. И прям вот,
Хороший. Мне кажется, сейчас таких нету, да? Эти ракеты, блин, сейчас ерунду какую-то продают. Так, что мне сейчас надо? Я еще кофе не пила. Мама звонила, говорит, они будут в 12 часов выходить, через полтора часа. А я еще ничего не сделала. Ну и ладно, да? Кофе хочу попить. Вот кофе надо попить. А потом дело пойдет. А что мне только жить это? Котлеты пожарить, да и все, да? Ну, салат там он быстро совсем сделается, да и все. В принципе-то. Картошку пометим. Тоже все это быстро. Пустые. Сейчас Олег приедет. Поможет мне. Так. Вот мы вчера ходили в лес с Лизой. Ой, вот в лесу она вот бегает. На улице она бегает. Хорошо, так прям весело. Скажем так, нам весело, что она бегает, а не просто ходит. Все, сейчас тогда я попью, наверное, кофе по-быстрому, прям попью. И буду это. Потом включу на быструю съемку и будем здесь жарить с вами, да? А, кстати, у меня же там рассада, но это я потом покажу. Вы что, там рассад-то уже это посеяли, уже, наверное, цветы цветут, да, у вас? У меня еще пока ничего не цветет. Котлеты жарятся. Кстати, должны быть вкусные. Я недавно такие же котлеты жарила. Фарш сами крутили, мясо покупали, прикрутили. Что-то я не помню. То ли тут свинина с курицей, ну, с грудкой, либо просто свинина. Не помню. Но он такой какой-то вот жидковатый. Он не такой, не получается улепить. Вот ложкой я его накладываю. Ну, такой вот фарш. Плюс еще сюда лук добавила. Он еще жиже стал. Ну, должны быть вкусные. Я сюда не добавляла ни молока, ни хлеба, ничего. Вот только фарш, ну, мясо. Одно яйцо добавила, перец и соль. Все. А, еще лук добавила. Все, больше ничего. Поднимается. Так, нормально должен. Так, что тут? Капуста какая-то. Что-то я не то, что купила. Какая-то маринованная. Что? Большая. Большая. Олег уже... А, нет, не маринованная. Это Олег уже идет. Сейчас придет. 12:30. Так. Кто любит морскую капусту? Вообще она полезная. Мы иногда кушаем. Ну, конечно, без майонеза, который вот она полезна. С майонезом ничего не полезно. Ну что? Все равно надо кушать такие вещи. Блин, грудка уже сварилась, похоже. Надо ее порезать. О, Олег уже идет. Дело сделано. Я салат уже сделала, вот такой вот салат получился. Вкусный должен быть. Еще, кстати, смотрите, хотела показать, забыла, вспомнила. Смотрите, что я заказала на Озоне. Вот такой вот мешочек. Пакет для хранения продуктов. Но это, короче, не пакет, а шапочка, видите, какая?
какая тут штука. Вот эти штучки. Размер здесь 25. Вот, видите, 100 штук. Пакеты для хранения продуктов. Вот такая вот штучка, брючка. Это, короче, как на голову шапочку. Надеваем мы. Ну, кто-то надевает, кто-то не надевает. Вот такая штука. И вот так вот, смотрите. Опа! Смотрите, какая красота. И в холодильник. Да? И все. И ничего у нас там в холодильнике не воняет, не пахнет. Хочу еще таких пакетов заказать на дачу. Размеры есть побольше, поменьше. Думаю, вот надо побольше, наверное, заказать. И отлично будет. Даже вот на эту вот штуку надеваются. Ну, то есть размер тянутся хорошо и размер нормальный. Вот, так что, не знаю, ссылку оставлю, не оставлю. Заказывала давно, а цена была по 250 рублей. 100 штук, 250 рублей. Вот, так что нормально. Ну, вроде хорошо. А еще вот такой сыр у меня есть. Полюбила вот такой сыр с плесенью, с белой плесенью. Ну, правда, вот этот сыр, он не очень вкусный. Вкусный другой, но другого не было. Так что вот. Очень вкусно, почему-то он мне стал так нравиться. Именно камамбер. Бри не нравится, камамбер нравится. Тут он такой вот небольшой. Чем дольше он лежит, тем он вкуснее. Если он совсем молодой, ну, срок годности, если, ну, недавно, он такой не очень. Ну, такой нормальный, но не очень. А когда уже ближе к сроку, тогда он вкусненький. Прям вообще. Внутри он такой прям мягкий, а сверху корочку. Вот так он будет. Ну, может быть, кто-то просто не пробовал. Я тоже недавно его попробовала. И он мне очень понравился. Вот. А, пробовала с голубой плесенью. Нет. Голубая плесень, это не мое, не нравится. Разные фирмы покупала, что-то не то. А вот сделает вкусно. Так что надо будет сейчас порезать. Ну, чуть попозже порежу. Но он не такой вкусный, как вот другой, которого сейчас у меня нет. Такой вот. Это я в ленте покупала. Я покупаю, когда на них есть скидка. А, президент еще вкусный с белой плесенью. Президент. Брала как-то, когда он был со скидкой, попробовала вкусный, да. Сейчас он был без скидки, думаю, не буду брать. Так, ну все, в принципе, почти все готово. Время еще мало. Ну, где-то через час поставлю картошку варить. И все. Короче, все, мы успели все сделать. Сейчас котлеты дожарятся, тут еще чуть-чуть осталось. На один раз. И все. Ну, в принципе, вот целая чеклашечка котлет. Так, вот. Имейте в виду. Ну, я, наверное, ссылку оставлю, если я не забуду, оставлю. А то я давно вам ссылок никаких не оставляла, да? Надо исправляться. Надо снова снимать. Ну, дачный сезон начнется, я думаю, будем снимать. Но, кстати, когда я не снимала, у меня много времени на что-то другое. А когда я снимаю, у меня времени на себя остается немного. Ну, не хватает времени. Потому что и монтирую потом долго. Видео же эти у нас не короткие. Хотя надо, наверное, покороче делать. Не на полчаса, а покороче, да? Вот. Ну, короче, ладно. Тут у нас готовится. Сейчас приготовится уже. Уже надо снимать это. Сейчас приготовили, потом покажу вам свою рассаду. Угу. Вот здесь тоже, видите, у нас, кстати, черные, какие-то корейские, что ли, пеленки. Ну, короче, ерунда. Вот она, видите, Лиза спит. Вот у нее, смотрите, вот лежанка, вот плед, вот лежанка. Спит на полу. Ой, спит на полу. Чего спит на полу?
Непонятно. Вот ее игрушки тут. Ну, она с ним не играет уже. Короче, вот. Вот такой вот у меня мини-парник. Это я заказывала его еще осенью, вроде бы, на Озоне. Я его открою, вот так вот сделаю. Мне понравился, хорошенький такой. Короче, у меня здесь, смотрите, я попробовала это бархатцы, просто попробовала посадить, посеяла. Ну, они у меня вытягиваются, потому что им не хватает света. Нужно все-таки на каждую полочку по две лампочки, потому что, ну, ватт мало в этих лампах. Я покупала их в Леруа, вот, их можно выключить, маловато, поэтому тянутся. Но их нужно рассадить и углубить немножечко. Вот, вот здесь вот у меня вот это лобелия, вот это у меня виола. Сорта разные, видите, вот эти вот низкие, а вот эти, похоже, ампельные. Они какие-то высокие прям тянутся. Так, здесь у меня тоже бархатцы. Я их в разное время сажала. Какие-то вот тут вот 10 числа, 10 февраля посадила. Вот эти я не помню, когда я посадила. А, 7-го. Вот эти, кстати, белые бархатцы. У меня вот эти тоже белые, и вот эти белые. Это вот вроде обычные. Вот. Здесь у меня тоже виола, лобелия. Здесь у меня, не помню, что, но вроде как это, как ее называют-то? Я забыла, как цветы называются. Так, здесь тоже. В разное время сажала, съела, поэтому они еще тут маленькие. Так, ну вот эти вот, это я совсем вчера что-то посеяла. Здесь тоже у меня еще ничего там нету. Вот. Короче, так. Потом. У меня вот здесь вот еще есть. Вот. Это тоже у меня виола. Ну, здесь такие они сорта. Но вот этот тоже, мне кажется, ампельная. Ее и мало. А это вот простые. Их много в стаканчик. Вот это дихондра. Из трех семечек у меня что-то всего вот один росточек, то я не знаю, может, это вообще трава растет, хрен знает. Не знаю, но растет, растет. Это у меня портулак. Я решила попробовать портулак посеять. Я его тоже, когда 16 числа я его посадила, он же вышел. Это я просто зашла в Максидом, увидела какой-то махровый, купила. Так, здесь у меня лаванда. Ну, лаванда вообще туго всхожая. Была у меня лаванда другая, она быстро взошла, но она у меня погибла. Вот. Это я в магазине купила. Ну, что-то не знаю, зайдет, не зайдет. Вот здесь тоже подсветка. И вот здесь вот у меня и подсветка. Но я сюда ничего не ставлю. Здесь пеленки стоят, лежат. Ставила я сюда цветочки, когда солнце прям светило хорошо. Здесь, в общем, холодно на подоконнике. У нас прям вот все тут дует. Окна у нас плохие, прям дует. 10 градусов было. Вот градусник лежит. Солнце светило 20 градусов. А так что-то, ну, как-то не очень для рассады, я думаю. Вот. Короче, вот так вот. Тоже фитолампа какая-то. Так. Настя звонит. Ну, вот как-то так. Мой огород. Скоро зацветет, надеюсь. Здесь, так, сколько? 26 градусов. Эти вот надо приоткрыть, проветрить. Я их еще не открывала. Ну, в принципе, их можно уже и открыть. В принципе-то, да, убрать. Здесь они все взошли, да? А, нет. Здесь один не взошел. Одно семечко не взошло. Блин, забыла, как же называется-то? Ё-моё. Петунья. Петунья у меня тут где-то. Так, но это еще не все. Я еще буду сеять и помидоры. Сейчас я вам покажу, какие. И цветы еще буду сеять. Не знаю, у меня места не хватит. Ну, вот на подоконнике будет. Все-таки сейчас март будет. Как-то, наверное, не так будет холодно. Вот. Ну и на столе. Не знаю, короче, как-нибудь размещу. Вот такие, короче, я буду помидоры сажать. Так, вообще,
овощи мама сажает, но я решила вот помидоры. Я в прошлом году вот эти вот сажала, это низкорослые помидорчики, они как прям черри, но они такие, ну, небольшие, они маленькие были и прям такие плотные-плотные на огороде, прям, ну, в открытом грунте были. Ну, хорошие, мама говорит, ты еще купи. Будем это сажать и закрывать хорошо. Вот, еще вот такие вот купила. Какие-то черные, не знаю, что это за помидоры. Но они по 2 метра ростом будут. Я что-то уже потом только дома почитала, что они высокие. Вот. Но у них вот такие вот гирлянды должны быть. Вот, такие вот. Ну, посмотрим. Здесь семечек-то, наверное, немного, да? Вот по ощущениям вот так вот, ну, немного. Вот видите, до 2 метра. Мама как увидела, говорит, а я такие вообще не беру. А я взяла. Вот такой фирмы, кстати, я брала виолу. Вот такую, делюкс какую-то. Она у меня не взошла. Вообще не взошла. И помидоры, может быть, не знаю. И вот такие вот еще взяла. Но такие я не буду сеять. Я вот такие посею. И все. А еще взяла вот такие баклажанчики. Что там супец? А? Сейчас я выключу. Баклажаны такие взяла. Баклажан. 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 На балконе. Ну, что-то я не хочу его сажать. У меня места не будет. Может быть, на следующий год посажу. Я его купила, потом домой пришла, почитала. И что-то как-то не особо хороший. Хотя стоит очень дорого. Ну, для 5 семечек. Вот. Так что так, ну вот эти вот я еще посажу. И все, и цветочки. Вот, вот такая дихондра у меня была. Из 3 штучек одна вот вышла. Какая-то зелень, не знаю, непонятная. Посмотрим, что. Лизочек! Лизочек! Привет! Привет! Ну, что ты? Что ты, моя хорошая? Сейчас на улицу сходим. Сходим на улицу, в магазин за тортиком, да? Там солнышко. Завтра будем мыться, да? Вот она, наша красота. Она сейчас даже на диван не запрыгивает. У нее ножки слабенькие. Редко-редко. Спит здесь ночью. У нас уже почти все готово. Пюрешечка сейчас приготовится. У Лизы вот такая вот каша вкусняцкая. Прям можно самим кушать. Правда, она не соленая. Вот, ну, все складываю. Вот. Котлеты. А, стол мы раздвинули. Пока вот так вот. Сейчас еще приедет. Шуба у нас тут будет стоять. И винегрет. Еще рыба будет. Ну вот, картошка, пюрешка и котлеты. Ну, в принципе, все и хватит, да? Я уже сегодня сгоняла в магазин, купила тортик. Прагу взяла. Будем чай с тортиком кушать. Прагу? Прагу, да. Вот, ну, еще вот бутерброды сделала. С творожным сыром. Ну, сырочек там. Сало. Сало, кстати, очень вкусное. Покупали покупное сало. Вот. Ну, все, ждем. Они уже где-то едут. Сейчас подъедут. Не знаю, буду я снимать еще или не буду. Посмотрим. Ну, может быть, вечером еще сходим в лес. Но если совсем темно не будет, не знаю. Не знаю. Никита с Настей, они на машине. Сейчас за дедушкой, за бабушкой они заехали. И к нам едут. И обратно также. Они с ночевой не будут у нас оставаться. Пить, короче, они не будут. Настя приболела. Но Никита за рулем. Вот. Так что вот так вот. Короче, не знаю, буду снимать, не буду. Если буду снимать, то я включусь. Если не буду снимать, то все. Всем спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии, если что. Ну, всем пока-пока. Ну, вот такое вот видео у нас сегодня. Короткое.